Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня представляем вашему вниманию обзор альгинатной маски Black Mask. Альгинатные маски в последнее время стали весьма популярной процедурой, которую сейчас оказывают многие салоны красоты. Альгинатная маска Black Mask – это готовая к применению маска на основе альгиновой кислоты, экстракта мяты, порошка водорослей спирулины, агар-агара, крахмала и пектина. Альгинатные маски подходят всем типам кожи и оказывают лифтинговое, увлажняющее, питательное воздействие на кожу. В состав маски Black Mask включены такие активные натуральные компоненты, как агар-агар, пектин, порошок водорослей спирулины, экстракт мяты. В составе маски крахмал тапиоки оказывает смягчающее действие. Он придает бархатистость коже и выравнивает кожный рельеф. Кроме этого, крахмал тапиоки удерживает влагу и повышает защитные свойства кожи. Агар-агар, желирующий компонент маски, используется как сорбент, который действенно устраняет жирность кожи и загрязнение и спор. Он также увлажняет кожу и подтягивает ее. Спирулина в составе маски выступает мощным питательным ингредиентом, обеспечивает насыщенные кожи активами и минералами, способствует сглаживанию морщин, омолаживает. Мятный экстракт оказывает на кожу тонизирующие, слегка охлаждающие действия, помогает регенерации кожи и улучшает ее тонус. Действие альгинатной маски Black Mask таково. Омолаживает кожу, улучшает кожный тонус, повышает тургор, оказывает эффект разглаживания, лифтинг кожи, сглаживает морщины, смягчает кожу, тонизирует, имеет очищающие действия, устраняет отечность. Вот такой баночки мы отправляем альгинатную маску Black Mask нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!